Москва, 8 мая, РИА Новости. Минобороны России сообщила о публикации уникальных документов о прототипах героев военных фильмов. На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент, говорится в сообщении. Отмечается, что опубликованные документы посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа. В списке кинолент «В небе ночные ведьмы», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты», «Шли солдаты», «Командир счастливой щеки». Добавляется, что на сайте Минобороны пользователи смогут ознакомиться и оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и